есть вещи, без которых нельзя. Можно без машины, можно без Анталии. Ей-богу, проверено. А вот без мультика хорошего в детстве нельзя. Без хорошего, доброго, умного мультфильма в то время, когда только формируется наша душа, когда, собственно, образуется человек. Говорят, что человек то, что он ест. Не, это не так. Человек то, что он видит, то, что он читает. Я думаю, что если бы мы провели этот замер, как волшебная социология такая, люди, которые смотрели мультфильмы Гарри Бартина, люди, которые не смотрели мультфильмы Гарри Бартина, поверьте, эти люди бы довольно сильно отличались друг от друга просто визуально. У них просто разные лица. Люди, росшие на Адажио или на спустя много-много лет на Гадком утенке, люди, выросшие на мультфильмах Гарри Бартина, это люди умнее, ироничнее, добрее, щедрее, лучше. Поэтому без мультфильмов Гарри Бартина нельзя. Но мультфильм, к сожалению, это не стихотворение. Его человек не может написать просто на клочке бумаги, и оно уже осталось навсегда. Это стоит денег. И деньги надо собрать для своих детей, для себя, для своих внуков. Чтобы так же, как я, и так же, как мой ребенок, чтобы точно так же мой внук вырос на мультфильмах Гарри Бартина.